Недобросовестные производители мебели продолжают обманывать казахстанцев. В прошлом году фирма не выполнила обязательства как минимум перед 20 клиентами. При этом в качестве предоплаты берут почти полную сумму от поступившего заказа. А деньги немалые – до 2 миллионов тенге. Еламан Раймбеков расскажет подробнее. Потенциальных жертв аферисты искали посредством социальных сетей. Красиво оформляли странички и принимали заказы. На удочку попалась Аимна Срединова. Ей обещали изготовить мебель для квартиры за месяц, взяв с нее 1 миллион 700 тысяч тенге. Приходил, измерял все как положено. Измерил, сказал, что через месяц будет готово, но уже прошло 4 месяца, его до сих пор нету. Он полностью игнорирует нас, не отвечает на звонки. Сыта обещаниями и алматинка Мольдер Таткеева. Свой заказ на 1 миллион 300 тысяч она ждет 17 июля прошлого года. За справедливостью она обращалась в суд. 3 ноября заключила мировое соглашение. И недобросовестным мебельщикам дали время для выполнения заказа до 15 ноября. Но сегодня уже 26 января. А мебель не привезли и деньги не вернулись. Позиция получается кухонный гарнитур, прихожей. Шкаф для спальни, для балкона шкаф и шкаф для ванной. На текущий момент заказы не выполнены. По договору должны были выполнить мне 12 августа 2022 года. С ним заключали договор. Фирма якобы занималась изготовлением и сборкой мебели с 2021 года. Принимают заказы и ведут странички в соцсетях по сей день. И неясно, сколько всего обманутых людей. Как минимум от 20 человек уже поступили жалобы. Они написали заявление в прокуратуру и полицию. Данный факт сейчас принят производство сотрудниками отдела полиции при УПИ Медеузского района по территориальности. Будет проведен комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела, а также привлечение виновного к ответственности. Пострадавшие призывают правоохранительные органы привлечь к ответственности мошенников, отмечая, что и другие граждане могут также лишиться своих средств и товаров. Еламан Раймбеков, Думан Сулейменов, Информбюро. Будьте в курсе всех событий, происходящих в стране. Подписывайтесь на YouTube-канал Информбюро 31. Ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях, а чтобы первыми увидеть все самое важное, нажмите на колокольчик.